Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим варианты оплаты одного из пакетов в проекте Relictum Pro и покупки токенов GTN. Для того, чтобы купить токены, вы должны быть зарегистрированы на ресурсе relictumlab.io по партнерской ссылке того человека, который рассказал вам о проекте. После регистрации вы должны зайти в свой личный кабинет. Далее выбрать один из пакетов. Есть самые распространенные пакеты, здесь предлагаются за $200, за 10 тысяч и за 100 тысяч. И ниже можно найти пакеты за 100, за 200, за 500, за 1000, 2000, 5000, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч долларов. Чем выше стоимость пакетов, тем, соответственно, ниже цена Genesis токена GTN. И открываются большие возможности для заработка по партнерской программе, по бинару. Мы сейчас рассмотрим покупку пакета за 100 USDR. На странице выбора пакета вы нажимаете «Купить пакет». И далее вам предлагается либо купить его с баланса, если у вас на балансе уже есть средства, либо купить его через ноду. Но на ноде также должны быть уже средства. Если вы выберете пакет выше $100, например, за 200, то здесь добавляется еще возможность купить через криптобанк. Покупка через баланс достаточно проста. Нажимаете «Баланс», если на балансе есть средства, и внизу «Купить пакет». Для того, чтобы сделать покупку с личного счета, его нужно сначала пополнить. Пополнение личного кабинета на ресурсе relictumlab.io. Нажимаете вверху кнопку «Пополнить». Далее у вас есть возможность пополнить либо при помощи ноды своей, либо при помощи ноды одного из партнеров, либо при помощи криптобанка. Вариант номер один. Пополнение при помощи ноды. Вы вводите сумму, на которую вы хотите пополнить баланс личного кабинета. Предположим, это будет 100 USDR. И вводите адрес кошелька той ноды, с которого будете пополнять. Это может быть ваш личный кошелек, если там есть уже средства. Либо это может быть личный кошелек любого из партнеров, например, вашего спонсора. Ваш спонсор может пополнить вашу ноду очень быстро, буквально в два клика. Либо он может пополнить ваш личный кабинет также со своей ноды. Поэтому здесь вы вводите адрес кошелька той ноды, с которой будете пополнять баланс. Где взять этот самый адрес? Вы заходите на свою ноду, переходите в раздел «Крипто», и далее здесь есть Relictum USD, либо Relictum Coin. Что здесь, адрес кошелька одинаковый. Кликаете, далее выбираете раздел «Пополнить», и здесь есть этот самый адрес кошелька. Нажимаете «Скопировать». Далее вводите адрес кошелька и нажимаете кнопку «Продолжить». Мы сейчас сделаем немножко по-другому. Я зайду на ноду, но в другой аккаунт. Перехожу в раздел «Крипто». На этом аккаунте есть средства для пополнения. Соответственно, заходим. «Пополнить». «Скопировать адрес». Вставляем. Здесь изменим на 200 и нажимаем кнопку «Продолжить». На ноду номер кошелька, который вы здесь укажете, будет выставлен счет. Нужно на странице «Главное» перейти в раздел «AirPayments». Этот счет будет виден здесь и нужно нажать кнопку «Оплатить». Баланс личного кабинета будет пополнен. Второй вариант пополнения через криптобанк. Здесь есть вариант пополнения через USDT Tron или USDT Ethereum. Если вы выбираете Tron, то сумма пополнения минимальная 10 USDR. Вот здесь можно прочитать минимальная сумма пополнения. Если вы выбираете USDT, то минимальная сумма пополнения 1000. Оплатить вам нужно будет 1020. Если выбрать, например, на базе Трона, то здесь комиссия меньше.
всего 1 доллар, эквивалент 1 доллара. Предположим, нам нужно будет пополнить счет на 100 USDR. Далее нажимаете «Продолжить», выставляется вот такой счет, кошелек USDT, TRX для пополнения и номер кошелька. Скопировать его можете, нажав на кнопку «Скопировать». Внимание! Переводите на этот адрес только Tether Tron TRC20. Если отправите на этот адрес другую криптовалюту, она может быть потеряна навсегда. Сделка будет зачислена не ранее, чем за 3 сетевых подтверждения. Каким образом можно пополнять? Можно пойти на обменник, то есть переходим на ресурс bestchange.net. В нашем случае нам нужен Tether TRC20. И мы хотим купить его, ну, предположим, за Яндекс.Деньги. BestChange предлагает нам возможные варианты. Выбираем. Здесь еще раз выбираем Яндекс.Деньги. А справа Tether TRC20. Кошелек для получения берем отсюда. Далее заполняем необходимые поля. Если вы хотите, например, купить не с Яндекс.Деньги, а, предположим, за Сбербанк, то кошелек для получения тот же самый. А здесь заполняете просто другие поля. Email, номер карты отправителя, фамилия, имя, отчество отправителя и какое-то примечание, если оно нужно. Таким же образом вы можете воспользоваться другим обменником. Как только вы сделаете обмен, баланс вашего личного кабинета будет пополнен. Можно сделать сразу покупку пакета. Я сейчас буду делать покупку пакета с ноды. То есть нажимаю «Купить пакет», выбираю ноду, вхожу в один из аккаунтов на ноде, перехожу в раздел «Крипто». Здесь нода у меня уже пополнена на 100 USDR. Беру номер кошелька и сюда его ввожу, в это поле. Далее нажимаю «Купить пакет». Внимательно читаем инструкцию. Откройте свое приложение Node Relictum. На главном экране в разделе «Мои DeFi» найдите кнопку «AirPayments». Переходим на главный экран и находим кнопку «AirPayments». В разделе «Оплата» обнаружите выставленный счет от Relictum Lab. Нажимаем «Start AirPayments» и здесь видим выставленный счет. Его нужно просто оплатить. Нажимаем «Оплатить». Счет оплачен. Здесь можно закрыть и дождаться активации пакета. Прошло буквально пару минут. Счет оплачен. Мы видим, что общая сумма вложения 100 USDR. Здесь появилась реферальная ссылка. Ниже в окошечке мы видим, что начислено 12 500 генезис токенов. И теперь эти токены необходимо обязательно вывести на свою ноду. Дело в том, что если вы токены оставите в личном кабинете, то на них не будут начисляться роялти. Поэтому нажимаем «Genesis токен», «Вывести», выбираем «Токены», «Полную сумму». Здесь нужно указать адрес кошелька на ноде. Снова заходим в ноду. Идем в раздел «Крипто», «Relictum USD», «Пополнить», копируем адрес и вставляем его в это поле. При регистрации личного кабинета вы придумывали платежный пароль. Вводим его сюда и нажимаем кнопку «Вывести». Заявка на вывод поставлена в очередь, и в течение нескольких минут ваши токены окажутся на ноде.